Дудни китайские. Родина дудника является Китай. Полезные компоненты содержатся в корнях и корневищах растения. Дудник является уникальной травой для решения многих женских проблем, связанных с нарушением месячного цикла. Свойство дудника заключается в регулировании гормонального баланса, улучшении тонуса мышц матки. Дудник способствует регуляции месячного цикла, улучшает кровоснабжение матки. Традиционное показание к использованию дудника – бесплодие, связанное с нарушением месячного цикла. В комплексном лечении эндометриоза, кисты яичников, миомы матки, при нерегулярном месячном цикле, при коротких, болезненных и скудных месячных. Дудник используется для восстановления регулярного месячного цикла после длительного приема гормональных контрацептивов. Применение дудника облегчает выраженность предменструального синдрома. Во время менопаузы дудник способствует устранению тягостных климактерических симптомов в виде приливов, а также других симптомов климакса. Действующие компоненты дудника обладают слабым эстрогеноподобным действием, примерно в 400 раз более слабым, чем эстрогены. В связи с этим его применение регулирует баланс соотношения эстрогена и прогестерона. Так как при многих нарушениях месячного цикла этот баланс нарушается, то в этих случаях дудник оказывает свое положительное действие. Действующие вещества дудника способны связываться с рецепторами эстрогенов в тканях, следовательно, блокируются действия настоящих эстрогенов женского организма. В связи с этим снижается выраженность эстроген-зависимых патологических состояний в организме. Оптимальная лекарственная форма дудника – это настойка, чай с дудником и капсулы. Не применяется во время беременности, так как стимулирует тонус матки. Противопоказан во время менструации, так как может усиливать кровопотерю. Это связано с содержанием достаточно большого количества кумарина в дуднике. Дудник не рекомендуется при геморрагических заболеваниях. Нельзя комбинировать применение дудника вместе с антиокоагулянтами и антиагрегантами, такими как варфарин и аспирин и другие лекарственные препараты из этого ряда. С осторожностью необходимо использовать дудник вместе с нестероидами и противовоспалительными препаратами. Необходимо прекратить прием дудника за 2 недели до предполагаемой операции.